Сегодня в рейс ушло еще одно полярное судно. Михаил Сомов. Он дойдет до Диксона, затем на землю Франца Иосифа и новую землю. Сомов доставит специалистов и грузы на труднодоступные полярные станции. На нем около 2500 тонн груза. Это топливо, продукты, стройматериалы, медикаменты и спецодежда. В этом году на сети труднодоступных метеостанций запланирован большой объем ремонтно-строительных работ. Поэтому на судне отправились еще бригада строителей.